Ты в порядке, Джой? Да, теперь отодвинься. Я поведу. Сегодня у меня большой день. Фил позвонил. К вечеру меня либо примут в семью, либо шлепнут. Чем могу помочь, красавчик? Кофе и улыбочку. Оказалось, что местный менеджер сам ветеран Вьетнама. Его подстрелили и отправили домой незадолго до того, как я туда попал. Я был в дороге уже несколько дней, так что рад был общению. Эй, а ну прекрати держать дверь, Бенни! У нас тут каких только патронов нет! Сервис тут просто дерьмо. Никто отсюда не выйдет, пока я не получу поцелуйчик от Дори. О боже, Бенни. Дори, с этого не надо. Теперь сядь и заткнись, или проваливай. На самом деле, только подумать. 25 долларов? Да я за такие деньги сам бы мог такое сделать. Точно, Джейкоб. Будешь заказывать, красавчик? Ну, даже не знаю. Так, у нас тут не фонд помощи. Ладно, Бенни, с меня хватит. Давай, вали отсюда. Бенни, это не твои братья возятся там с грузовиком? Это был мой... Все сидят на своих местах, и никто не пострадает. Ну, даже и не думай, приятель. Я тебя на месте прихлопну. Пусти ствол, Бенни. В этот раз дело не в тебе, Дорис, так что заткнись. Ни один сукин сын не будет угрожать моим клиентам. Да ради черта, Бенни! Джо, осторожно! Бенни один из парней Уолта Ласки. Они отведут твой грузовик на другой конец болота, чтобы там обчистить насухо. У меня есть запасной ствол на кухне. Можешь его взять. Дорис, запри за нами. Хорошо. И звони Эрни. Скажи, что мы вышли. Если я не смогу вернуть грузовик, я покойник. Что за шум, босс? Иди наружу и посмотри, не нужна ли девочкам помощь. Я скоро вернусь, да? И еще, Билл, запри за нами дверь и никуда не высовывайся, пока не поспеет помощь. Ладно, босс.